Унция золота в Азербайджане за год в среднем подорожала на 32%. Сегодня стоимость драгоценного металла в стране составляет приблизительно 3331 манат. Рост цен, отмечают эксперты, вызван в первую очередь пандемией коронавируса. Во время экономического кризиса предприниматели предпочитают вкладываться в безопасные активы. Спад глобальной экономики начался еще в 2018-2019 годах как результат торговой войны между США и Китаем. Уже тогда сигнал о рецессии поступил из Европы. Пандемия же только усугубила экономическую ситуацию, что вызвало беспокойство инвесторов за свои вложения. Приток инвестиций в золото вырос, отчего цена этого металла достигла пиковой точки. В последний раз такая динамика наблюдалась в 2009-2012 годах из-за финансового кризиса. Текущая цена стабилизируется, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Кыметин de düşmesini müşahede edeceği.